કેમ мы слушали уже о славе Шьямананда Прабху. До того, как он родился, у его родителей уже были сын и дочь, которые умерли, оставили тело. И однажды в их деревню, в их дом пришел садху. Тогда Матаджи Шьямананда Прабху была беременна им. Увидев садху, она обратилась к нему с просьбой. Ведь даже если что-то не написано в нашей судьбе, не предначертано нам, садху могут сделать своей милостью невозможное возможным. Поэтому беременная мать Шьямананда Прабху, увидев садху, рассказала ему о том, что у нее уже родились сын и дочь, которые умерли, и попросила благословения. Садху и Господь могут благословить нас, чтобы Мангала Бавана, а Мангала Хари. Все благоприятное пришло в нашу жизнь, и все неблагоприятное ушло. Поэтому садху, выслушав маму Шьямананда Прабху, посоветовал ей ребенка, когда он родится, предложить Господу, дать санкалпу, такой обет. Она очень обрадовалась такому совету, ведь если ребенок будет служить Господу, что может быть высшим, большим благом? Она пообещала, что ребенок, если выживет, станет садху святым. И благодаря тому, что она дала такую санкалпу, такой амет, у нее родился чудесный ребенок, Шьямананда Прабху. Он вырос очень высоким, красивым. Джакара кисая марса кенакой. Если Господь защищает кого-то, никто не сможет причинить вреда такой личности. Господь защищает. Например, у меня есть два брата, которые старшие. Один из них в детстве очень сильно болел. Он был, по сути, на грани жизни и смерти, и ничего не помогало. Родители искали способы, как помочь ему. Уже все перепробовали, ничего не работало. И тогда вспомнили, что в Арисе есть правило. Если ребенок очень сильно болеет, его предлагают Джаганатху. Обещают, что ребенок, если выживет, будет затем служить Джаганатху. И так, окропляя ребенка со всех четырех сторон, родители молятся: «О Господь, если ребенок выживет, он станет садху, святым, будет служить Тебе». И когда родители так сказали в отношении моего старшего брата, он действительно выздоровел через какое-то время, не умер. И он в итоге стал самым красивым, самым искусным из всех моих братьев. В Джаганатхапуре, кто был в храме моего Гурудева, видели прекрасные изображения. Мой брат тоже принимал участие в том, чтобы нарисовать эти изображения. По милости Господа, все возможно. Даже то, что не предначертано судьбой. Но поскольку Шьямананда Прабху родился в таких тяжелых обстоятельствах, когда его братья и сестры умерли, его назвали Дуки, несчастливый. Но поскольку он был благословлен Господом, то рос замечательным ребенком, очень разумным. Все шастры и писания он схватывал на лету, санскрит тоже легко ему давался. Он был очень сведущ в писаниях. Прерывается запись. Его обещали предложить Господу для служения Всевышнему. Если что-то мы обещаем Господу, нужно отдать, иначе будет грех. Поэтому то, что мы в Салкалпе в обете обещаем Всевышнему, необходимо действительно претворять в жизни. И как же Шьямананда Прабху стал святым? Однажды один садху пришел к Ганге. Что это был за садху? Ученик Гауридаса Пандита. Были в Навадвипе? Со мной ездили? Мы посещаем место Амбикакала, где течет
Ганга. Там есть изваяние Нитянанда Прабху и Махапрабху. Каждый год мы посещаем это место. Там жил Хридой Чайтанья, ученик Гауридаса Пандита. И однажды он отправился принять омовение в Ганге. А Шримананда Прабху, которого звали Дуки, он с самого детства был привязан к Харикатхе, разыгрывал разные сценки из Кришны Лили, все свое время уделял поклонению Господу. И он загорелся желанием принять духовного учителя, поучить от него дикшу-мантру. И он тоже пошел к Ганге и встретился со своим учителем, с Хридой Чайтаньей. Гуру, когда дает нам дикшу, что он совершает? Дивьям гьянам ято дадья. Цитата. Что означает дикша? Дикша — это дивья гьяна, божественное знание. Гурудев проявляет нам в нашем сердце божественное знание. Какое? Это означает, что он связывает нас с Господом, проявляет наше самбанху отношения. То есть, как бы, связующую ниточку усиливает между нами и Господом. И поэтому, когда Шимананду с рождения звали Дуки, после посвящения, после дикши, его стали звать не просто Дуки, а Дуки Кришнадас, поскольку он уже обрел связь с Господом, стал Кришнадасом. Получив дикшу, он остался у лотосных стоп Гурудева и начал служить ему. Мы слушали уже о том, что Хридой Чайтанья — это Субал Сакха, а Шимананда Прабху — Канака Манджани, служанка Шримати Радарани. И как же служанка Шримати Радарани может изучить все свои настроения, бавы, проявить их под руководством того, кто находится в Сакхи-расе? А Субал — это Сакхи-раса, дружеские отношения. Поэтому Субал Сакха, учитель Шимананда Прабху, Хридой Чайтанья, отправил его к Дживе Госвами, чтобы под руководством Дживы Госвами Дуки Кришнадас, в последующем Шимананда, изучил все писания. И, естественно, он последовал указаниям Гурудеву, потому что таково правило, если Гурудев дает указания, нужно следовать. Хотя он и не хотел этого делать, оставлять Гурудева, идти к другому наставнику, все равно Гуру дал наставление, и необходимо следовать. Таково правило. Если Гурудев дает наставление, необходимо не размышлять, почему Гурудев так сказал, зачем он так сделал. Гуру сказал, нужно просто сделать, не размышляя, почему именно такое наставление мы получили. И поэтому, чтобы исполнить наставление Гурудева, Дуки Кришнадас пошел во Вриндаван и получил там и принял там прибежище у Дживы Госвами, под его руководством изучил Гранхи, священные труды. Мы уже слышали о том, как он нашел по милости своего учителя Дживы Госвами Нупур, ночной браслет Шримати Радарани. Как это произошло? Когда он подметал. Поэтому подметание обладает особой славой в преданном служении. Матаджи, например, наши подметают в храме. Это непростое действие. Мы подметаем где? Не просто в храме, на самом деле мы подметаем свое сердце, вычищаем из него всю грязь. Мы не просто убираем храм, а очищаемся сами. И поэтому, просто подметая, кажется, просто подметая, Шимананда Прабху обрел ночной браслет Шримати Радарани, а затем сама Шримати Радарани подарила ему свой даршан. Также своим ночным колокольчиком на ночном украшении Шримати Радарани поставила ему тилак. Мы также слушали о том, что Джива Госвами троих своих учеников отправил проповедовать в трех направлениях. Шимананда Прабху проповедовал очень широко в Арисе. В разных местах он проявил храмы и проповедовал. И наши брахмачари тоже в основном откуда? Из Арисы. В Исконе, там в храмах, в Дели, в разных других городах. Очень много прекрасных преданных из Арисы. У нас бхактолог, то есть преданные откуда? Шимананда Прабху у нас из Арисы. В Нойде. Анупам из Арисы, в Пуре.
знаете все, вам Шивадан Прабху. Теперь он Бадайна Махарадж. Тамал Кришна тоже здесь был, и Зарису он. В Джайпуре Санатана Прабху, Джанардана Прабху тоже был. То есть во всех храмах можно найти прекрасных преданных из Арисы. Это все изначально исходит из милости Шимананда Прабху. Ученики Прабхупада, Бхакти Джеван Джанардан Госвами Махарадж, Бхакти Валбхапури Госвами Махарадж, Вайканас Махарадж и другие возвышенные садху, ученики Прабхупады, проповедовали в Арисе. Но изначально от кого это все пошло? От Шимананда Прабху. Именно он начал широкую проповедь в Арисе, и по его милости, поэтому мы тоже имеем возможность присоединиться к духовной жизни, благодаря его благословениям. Его пыль с его лотосных стоп осталась на землях Арисы, и она способствует духовной практике. Он родился ведь в Арисе, Баладев Видябошна тоже родился в Арисе. Поэтому по их милости мы тоже надеемся когда-нибудь стать вайшнавами. А сейчас время уже подошло к концу.